начинаем. Дорогие ребята, уважаемые коллеги и гости, вот и приближается светлый праздник Великой Победы. И в честь вот этого знаменательной даты сегодня все дети, всех детских садов Кировского района отдают дань этому замечательному событию. И мы с вами к ним тоже сегодня присоединимся. А чем? А вот так мы развернули с вами нашу георгиевскую ленточку. А это символ победы. По всей стране, от края и до края, нет города и нет села, куда бы ни пришла победа в мае великого 9 числа. И смотрит на сынов своих Россия, как будто лишь вчера закончен бой, проходят победители седые. Победа остается молодой. И сколько бы лет бы ни пролетало, от нас не отдаляется она. И ей к лицу солдатские медали, к лицу ей боевые ордена. Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда в 45-м. Мы эту победу в обед не забудем, пусть мирное небо сияет всем людям. Пусть счастье и радость живут на планете, ведь мир очень нужен и взрослым, и детям. От прошлых дней до вечности, и радость мне, и грусть, георгиевская ленточка, я помню, я горжусь. Из прошлого, из вечности красуется сейчас георгиевская ленточка, объединяя нас. Знаем мы, совсем непросто, он пришел к нам День Победы. Этот день завоевали наши прадеды и деды. И сегодня, и поэтому сегодня ордена, а не на деле. Мы, идя на праздник, с ними песню звонкую запели. Эту песню посвящаешь нашим прадедам и дедам, нашей родине любимой. Слава, слава в День Победы! Thank you.
такой даты прекрасное ура! Только все вместе, хорошо? Чтобы не получилось некрасиво. Так, 3, 4. Ура! Дорогие дети, коллеги, за участие в ежегодной акции «Георгиевская ленточка». Еще раз с Днем Победы вас!